Мне трудно говорить и, в принципе, анализировать. Mm-hmm. С самого начала, в принципе, нестабильно все фехтовали. Mm-hmm. Получались великолепные бои, а потом у каждого из нас после таких великолепных боев случались и не очень выразительные. Это еще с японцами было заметно. Небольшая нервозность, и я не знаю, с чем это связано. И как-то мы очень первый раз собрались полным составом в этом сезоне. Это тоже, наверное, повлияло, немножко друг друга не чувствовали. Вот. Ну и опять же говорю, что надо рассмотреть именно командную подготовку как-то более централизованно, что ли. То есть ты связываешь это с тем, что вот у Николая Ковалева была травма, он болел, да, его долго не было, получилось, наверное, первый раз в сезон все вместе. Да, получилось. И у Камиля были проблемы, он пропускал турнир. Николай, и у меня, и как-то мы немножко не чувствовали сегодня друг друга, как мне кажется. Ну, опять же, несмотря на все это, мы выдавали очень хорошие бои, очень красивые отдельно взятые удары. В принципе, мы, наверное, сегодня нашим фехтованием не достойны быть первыми, но бронзовыми достойны. Что у вас во встрече за третье место? То же самое? Точно так же? Такая же причина? Там вроде состав был поменен, да? То есть поменяли немножко расстановку, попытались как-то изменить. Ну, я так понимаю, что, наверное, все для этого делали, чтобы найти оптимальный состав на третье место, потому что ребята тоже все очень расстроились, проиграв. И очень тяжело было как-то замотивироваться и все-таки выиграть. Опять же, я не хочу про каждого из нас говорить и как-то анализировать, это уже не мое дело. Ну, я видел, что, в принципе, все отдают максимум на сегодня. И сегодня это так, а может быть, это, опять же, не так уж плохо. Должна быть какая-то школа, все-таки чувство безнаказанности иногда нас... Скажи, пожалуйста, а не могло повлиять то, что вот вы вдвоем так хорошо выступили в личных соревнованиях? То есть, может быть, там какой-то выплеск был очень сильной энергии? Ну, можно же сравнивать, например, брать прошлый чемпионат мира, где первое, второе, первое в команде. Это вообще никак не влияет. У нас было время, чтобы восстановиться. Трудно сказать, что внутри у каждого из нас. Я, в принципе, выходил до последнего убирать на дорожке, понимая, что это последнее соревнование перед выпуском. Силы экономить даже. Да никто не собирался силы экономить, все делали максимум. Это просто несчастный случай за бронзовую медаль. Спасибо.